Собрался? Угу. Вода. Живая вода. Очень важная вещь. Вот такая у меня сумка и все. Все, пойдем примерим наше новое платье. Модельеру, дизайнеру. Почему? Звон. Слышу звон в ушах. Что-то это значит, что будет какое-то чудо. Все, давай. Забирай. Снимаешь? Да, снимаю. До свидания. До свидания. Мы навсегда. Все. Навсегда прям. Навсегда. Хорошо. Мы вступили. Хорошо, спасибо. И вы смотрите нас тоже в интернете. Хорошо. И мы были очень рады провести с вами это время и очень вам за все благодарны. Приезжайте еще. Спасибо. Хорошо. Вам. Удачи. Пока. Мы навсегда. Пойдем отжимать австралийский манго. Пойдем. Давай мы его немножко нажмем. Давай. Пока не ушел. Подожди. Не спеши. Как тебе хостел Смайл? Мы вот что, тут сколько? Пробыли неделю целую. Да. И заплатили только за первые два дня. Да. У нас денег хватило только на первые два дня. Да. Все, дальше едем путешествовать. Слушай, хотим, хотим зайти на рынок, купить австралийский манго. Подкинь нам что-нибудь. Нет. Да. Почему нету? Тут карточка. На карточке у него все. Блин, он еще что, беркомат банбанка. Да, нет его. А, у тебя Альфа-банк, да? Да. Эх, блин. Придется ему манго нам подарить. Придется ему манго подарить нам. Пойдем. Это мытный рынок. Мы жили около мытного рынка. Что, скажем, что сделаем ему рекламу. Ага. Сегодня утром было это самое. Дождь. Ну. Ну ничего, я так и знала, что будет сегодня все хорошо. Ну да. Поработали над группой ВКонтакте мы. Над сайтом поработали, теперь ссылка у нас все работает. Вот, карты все есть. Мы выложили свой счет в банке, это очень важно. Теперь куда мы пошли? Разве не там? А, ты к тому же хочешь подойти, да? А ты кому? А я думала, ты к этому? Поим к нему подойдем. Он же жадный. Так жадному-то интереснее подходить. Да. Конечно. Еще вон можно будет зелени тоже с нас еще взять. Смотри, как черешня уложена. Малина появилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли за манго. Сколько штук? Да пару штук. По 200, да? Да какой-нибудь повкуснее. Какой есть? Два, хватит? Или три? Да лучше три.
что же будет? Мы были в Нижнем Новгороде целую неделю. Вот, путешествовали. Сейчас мы отправляемся дальше в свое путешествие. Вы подарите нам приманку? А у нас вообще нету денег. О, у нас есть 40 рублей. У нас есть 40 рублей. Но зато мы можем выложить в интернет и сказать, что здесь хороший человек, который продает вот эти замечательные фрукты. Вы знаете, все, кто будут путешественники в Нижнем Новгороде, будут приходить именно в эту лавку. Мне кажется, что он очень добрый человек и подарит нам три манго. Это будет чудо. Если удалится, подарю. Если удалим, подарю? Хорошо. Давай. Договорились.